Всем привет! Ранее по понятным причинам я старался не затрагивать темы, связанные с работающими багами Fortnite. Но теперь, как говорится, а почему бы и нет? С начала сезона у нас было мало актуальных и полезных багов, разве что проскок через стену использовали профессионалы. Но сегодня я покажу вам баг, который в силах использовать любой. Нужна лишь небольшая сноровка. Для начала объясню, что этот баг делает. А делает он следующее. Он убирает анимацию подготовки оружия у всего, кроме дробовиков. То есть вы можете сделать мгновенный выстрел из чего угодно после выстрела, например, из шотгана. Например, самая актуальная ныне связка – шотган плюс пистолет-пулемет. Делаем выстрел, бах, мгновенная смена оружия, и вы экономит драгоценные файти доли секунды уже стрелять из пистолета-пулемета. Работает это и с автоматами типа М4 или Скара. Но самое интересное выглядит связка с диглом. Как вы знаете, у него, как и у любой снайперской винтовки, после недавних обновлений появилась довольно долгая анимация подготовки. Так вот, она полностью пропадает. Как пропадает и у любой из винтовок, опять же. А сейчас о том, как баг реализовывается. Все мы помним об узкой кирке через эмоцию. Тут почти то же самое. Биндим эмоцию, например, вот секси-шмекси в моем случае, на удобную клавишу. Опять же, в моем случае это буква N, которую я нажму большим пальцем. Алгоритм следующий. Стреляем из дробовика и, не отжимая кнопку выстрела, нажимаем хоткей эмоций и меняем на нужное нам оружие. Получается следующее. Зажатая левая кнопка мыши, кнопка эмоций, кнопка следующего оружия. ЛКМ, Н, 4. ЛКМ, Н, 4. Повторить. С некоторыми эмоциями может не работать, поэтому тестите сами в песочнице. Если у вас нет эмоций, как у меня. В этой же песочнице наигрывайте до автоматизма, потому что если вы будете тратить время на то, чтобы вспомнить, что надо нажать во время файта, зачем тогда нужен баг, который экономит эти самые доли секунды? Касательно актуальности, подобные баги вряд ли исправят быстро, поэтому умельцы будут фармить киллы и победки, используя его еще достаточное время, как это было, например, с обузом кирки. Само видео сделано, чтобы распространить инфу, которая таким образом быстрее дойдет до разработчика, а они чесаться не будут, пока подобные фичи не начнут использоваться повально. Такой вот получился ролик, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы узнавать о новых видео, которые выходят, кстати, каждый день. It was the